Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня делюсь с вами обалденным вкусным приготовлением завтрака. Очень легкий. Друзья, обязательно к приготовлению пробуем и готовим вместе со мной. Поехали! Нам понадобится миска. В миску отправил творог. Берем ложку и слегка нужно творог размять. Творог размял. Здесь у меня 200 грамм. Также нам понадобится 2 куриных яйца. Отправляю также к творогу. Также отправляю щепотку соли и 2 столовые ложки сахара. Теперь все тщательно перемешиваем. Добавляю примерно 100 грамм просеянной муки пшеничной. Также добавляю пол чайной ложки разрыхлителя. И снова хорошенечко перемешиваем. Масса у нас должна получиться как на сырнике. Но готовится намного легче и быстрее. Обязательно попробуйте, друзья. Вот таким вот должно получиться у нас творожное тесто. Заранее взял изюм, промыл, просушил в бумажном полотенце. И также хорошенечко перемешиваем. Можно взять любые другие продукты, куругу, яблоко, кто что желает. Отправил сковородку на плиту, добавил буквально чуть-чуть растительного масла. Ждем, пока сковородка прокалится, и добавим нашу творожную массу. Распределяем по всему дну сковороды ровным слоем. Все, накрываю крышкой, жарим на очень маленьком огне, буквально 5-6 минут, чтобы нижняя часть схватилась, и нам нужно будет всю эту творожную массу потом еще перевернуть и пожарить на другой стороне. Спустя ровно 7 минут перевернули. Подаем такую вкуснятину со сметанкой. Можно со сгущенкой, с жидким йогуртом. Вот такая вот красота у нас получилась. Очень ароматная и очень простая в приготовлении. Друзья, по вкусу очень напоминает сырники. Простые домашние сырники. Но это готовится намного быстрее. Пробуйте. Кто не любит очень сладкое, сахар, конечно же, можно немного убавить. Друзья, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями и не забываем комментировать. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока!